И всем привет, друзья, с вами Малдер, у нас Трушир вновь. Я две серии подряд решил записать, чтобы не забыть происходящее. И, кстати сказать, я нихера... Что, блять? Я же никуда не ходил. А сейчас показывает. Я нихера не понял, что тут с этим мужиком надо сделать. Подожди, куда он показывает? Он показывает куда-то вниз, а у меня здесь не работает ничего. Тут была полоса, 100%. Я же, блядь, дурак, что ли, 10 минут назад тут играл. Может быть, какой-то баг, что ли? Сука, а здесь есть? Вы поглядите-ка. Здесь есть. Ладно, хрен с ним. Давайте-ка мы посмотрим с вами, что тут у нас еще осталось. Здесь что-то есть на свалке. Я не знаю, что со свалкой делать, опять же. А у нас в будке ничего нет. Что-то именно здесь надо найти. Ну, я как полагаю, в этой куче темно ничего не разглядеть. Не хочет она применять, наша бабенка, прибор ночного видения. Ну, не хочет, блядь, и все. Почему? Не знаю. А здесь нет уже луча, блядь. Ты гляди-ка. Стоять. А здесь он будет? Блять, как-то это странно работает. А здесь он есть. А здесь? И здесь он есть. Что? Стоп, что-то, блядь, меня тут... Что-то меня тут сбивает с панталыги. Что-то мы не то делаем. Ну, здесь мы что-то брали, я уж не помню, правда, что. Что-то тут было. Ладно, в рот ебать. Пойдемте, знаете, мы куда сходим? У нас... Где? Тут вот что-то еще было. Здесь мы не знаем, что сделать. А здесь-то чего? Мы сейчас в каком времени-то? Мы сейчас... В будущем, да? У нас тут эта вот ебань только одна единственная, которую мы не можем открыть. Как это... Как тут это решить загадку? Понятия тоже не имею. Что-то крутнуть надо. Не сдвинусь. Наверное, заперто. Клинышком? Нет? Отверткой? Не сдвинуть, наверное, заперто. А, блядь, а как открыть-то? Колесики... Именно колесиками вращать, эмблемкой? Нет. Ну-ка, подождите. Здесь же вот нету ни хрена. Здесь только две вот этих вот башки. Лысая, блядь. И рогатая. Может, где-то это есть подсказка-то с этим паролем-то, мать его. Что-то, блядь, крутится. А чё крутится? Хрен его знает. И главное, ничего не пишет. Ничего не понятно. Хер знает. Чего, блядь? Тут, может, что-то... Похоже, это работает не так. Я не знаю. Может, эти самые линзы? Нет. Бумажки? Тоже нет. Отвертка? Лампочка, блядь. На тебе лампочку. Не хочешь? Эх, бляха. Как это... Стоп, подождите. Подождите. Так все... Мне надо ее... Нет, тоже не канает. Не канает. А у нас где, кстати, что-то мне прям вот это вот осенило. Сколько тут у нас циферок-то? Ай, бляха, рукой пизданулся. Циферок-то сколько у нас тут? Точнее, не циферок, а вот этих вот значков. А помните, кстати, сказать? Нет, не здесь. Портрет. Портрет ничего тут не значит. Слушайте, я действительно ничего интересного. Действительно как-то затупил. Растение удручает. Растение удручает. Затуп случился. Затуп. Так, стоять. Где комната с рисунками?
Комнатушка с рисунками на стене. Вот где-то, где-то вот здесь вот. А, бляха, мы один-то не собрали. Вот, наверное, подсказка-то здесь и будет. Один листок нам нужен. Выглядит так. Я не знаю, как это выглядит. Один листок нам нужен. И, наверное, как раз вот эта вот подсказка-то там и будет с этим замком грёбаным. Блять, где ее найти? Где найти эту хренотень? Здесь? Давайте сразу тогда переставим. То есть мы... А как эмблема медицины? И посмотрим. Эй, куда ты? Раз, два, три, четыре. Шесть. Шесть. Точно вам говорю. Это будет там комбинация. Комбинация, блядь. Сука. Что за хренотень? Тут-то чего нам надо сделать? Бумага уже в принтере. Может, что-то, блядь, имя набрать? И для чего у нас вот эта дичь? Картридж для принтера? Тоже непонятно. Я не знаю. Вот просто не знаю, что делать. Лупа показывает, блядь, это вот очко показывает, куда-то надо тут нам идти. Здесь нам ничего она не показывает? Ох ты ж твою мать, вот затуп-то, а? Затуп, здесь-то чего? Да как так, блять, да я же... Ну почему? Темно, ничего не разгляди... В окошке что-то... Я видел кого-то в окне. Это была она? Она все еще там? Ну я же нажимал, блядь, на эту херню сколько раз, блядь. Ну нажимал, мне писалось темно, ничего не видно. Нет, сука, надо было, что ли, точнее нажать. Ебутцевший на той башке. Что это такое? Обломки блока. Может, здесь и есть что-то интересное. Но мне понадобится инструмент, чтобы покопаться в этой куче. Клинышком. Какой тебе инструмент нужен? Я столько времени проеб из-за этой хренотени. Кочергой вон, покопайся. Еще что ли? Нога вон чья-то. Ну конечно, рисунок. Правый знак блока А. Левый знак блока А. Конечно же рисунок, мать ее. Больше ничего нету? Больше ничего нету. Ёб твою мать, столько времени проебсти. Ну вот, смотрите, вот сами смотрите. Вот нажимаю здесь. Нет, блядь, не здесь. Ну, допустим, вот на кучу. Бля, сейчас нажимается. Ну как? Ну вы сами сколько раз видели? Я нажимал. Ничего, блядь, не помогало. Твою же мать. И все. Вот, решение. Нашли. Где эта хрень? Значится. Последовательно нажимайте знаки корпусов, учитывая порядок корпусов. Левый знак администрации. А где у нас чего? Это... Секунду. Левый знак администрации, правый знак администрации. То есть... Раз. Какая-то херня. Это что ли? Два. Левый знак блока Б. Типа Z какая-то, да? Где она, блядь? Ох ты ж, блядь, подожди-ка. А тут еще у нас и картинки-то похожие бывают. Как сбросить? Левый знак блока А. А я думал, они загораться будут. Хер там. Левый знак администрации, правый знак администрации. То есть три этих как бы лучика. И здесь пятно. Ну вот этот, наверное.
И тут раз, два, наверное. Стоп, подождите, две полосы-то у нас. Да, вот это вот. Почему не сгорается? Раз, два. Или надо прям сразу все догадать. Левый знак блока Б. Левый знак блока Б, правый знак блока Б. Ёбаный рот. Все эти подбор, бляха, все эти подборы рисуночков, честно сказать, немного удручают. То есть Z две палочки, Z треугольник две палочки, вот этот, наверное, да? Наверное, вот это. Допустим, так. И здесь какая-то, блядь, завитушка. Вот, наверное, вот это все-таки. Правильно? Хуй её знает. Левый знак блока А. А правый знак блока А. То есть какая-то улитка, судя по всему, вот это вот. Да, очень похоже. Так. И дерево там во, блядь. Правый знак блока А. То есть где эта полоска? Вот это что ли? А, нет, не это. Полоска. Во, вот это вот. Да, точно оно. Ну ясен хуй неправильно. Конечно же неправильно. Последовательно нажимайте знаки корпусов, учитывая порядок корпусов. Я знаю, куда нам надо пиздечить. На карту. На макет. Блять. Перемещение. Тра-тан. Да ладно, блять, я посмотреть не на макет, что ли, не могу? Вы что, смеетесь? Как, блять? Ну почему? Где у нас еще карта есть? Есть карта вот, вот здесь. Блять, я не могу посмотреть. Стоп, у меня идея. Надо на улицу выйти просто-напросто. Надо выйти к бассейну. Точнее, не к бассейну, а к фонтану. Вот сюда. У нас тут указатель есть. Блок А. Левый знак администрации. Ах ты, сука. Там у нас блок А. Блядь, дайте я запишу на пизду. Заебали эти шутеечки. Вот у меня тут от резидента еще каракули остались. Так, погоди-ка. Слева. Чего не пишет-то нихуя? Слева. Блок А. А. Прямо. А тут нету чего-то. А, вот, тут надо показывать. Прямо. Администрация. Соответственно, направо. Блок Б. Блок Б, хорошо. Хорошо, блядь. Хорошо. Где тут чего, блядь? Где ты ебала? Вот она. Знаки корпусов. Знаки корпусов. Блять. Ну вот посередине точно администрация. Посередине точно администрация. Блять, ну неужели мне идти еще к самим домушкам? Так, блок Б у нас направо, правильно? Рисунки тут другие. Рисуночки другие. Блок Б. Ладно, пойдемте сейчас угадаем и так нахуй. Я, конечно, понимаю, что нам делать-то надо, но... Последовательно нажимайте. Вот справа налево, слева направо. Ну все правильно.
то есть тут как показано, как и на карте, по большому счету. Первый. Где ты? Может, я тут объебался, блядь? Вот это уже у нас, вот это у нас, правильно? Второй. Ну, сука, хоть бы фонари загорались. Первый, второй. Z. А, погоди, Z-ка-то, блядь, может быть, не та. Может быть, вот это? Тут их сколько? Сколько их тут вообще? А, еще он есть. Так, а в чем разница? В загибах. Здесь есть загибы, здесь есть загибы. То есть у нас вот, вот это, наверное, я бы ебался немножко. А мы, по-моему, выбирали вот эту, короче, без загибов. Да ладно, давайте вот это. Хорошо. И правый знак блока Б. Правый знак блока Б. Секунду, блядь. Все не так, нахуй. Левый знак блока А. То есть левый, вот же у нас блок-то А. Все не то. И все не так. С блока А надо начинать. Улитка. Допустим, и дерево. Вот это. Ну, блядь, опять же не загорается. Улитка. Z. И вот эта хуйня. А вот эта хуйня у нас где? А вот эта хуйня у нас... Вот. Тут только две таких-то, блядь, по большому счету. Но они разные, блядь. То есть тут закрашены эти самые. А тут... А это... Хуй знает. Какая? Вот это или вот это? А, погоди, вот. Вот это. Хорошо. И... Опять все не так. Опять все не так. Левый блок А. Потом администрация идет. Правильно? Слева направо или тут что-то? Чуть последний корпусов. Улитка. Улитка. Сука, а улитка-то тоже другая, что ли? Да, улитка такая. Ёбаный трот. Улитка-то вот это вот. Так, раз. Улитка такая. Дерево. Есть. Администрация. Вот эта хрень. И... И вот это. И вот это. Потом. Блок Б. Z. Вот это. И дерево. Там во. Ну почему? Почему, блядь, не так-то? Это блок А, это блок Б. Это администрация. Что за ебаный ты по башке? Может, справа налево? Как вот? Начинать-то, наверное, с блока А все-таки надо. Заебищная загадка, еб твою мать. Ну, в натуре бы, хоть когда бы угадывали, фонарики бы зажигались. А может, они зажигаются? Может, я все не так делаю? Улитка. Улитка, улитка, улитка вот такая есть. Ну, не-не-не, это вот точно она. Это точно она. И дерево. Z. И вот где она была, блядь? Вот эта хуйня. А, это блок Б, блядь. Отлично, нахуй.
Ох, сука, прям желание пропустить есть, эту загадку. Но не буду, не буду. Может, вырежу, блядь, кусок видео. Последовательно нажимаете на корпуса. Последовательно. Ну как, блядь, что значит последовательно? Все я, блядь, последовательно делаю. Левый знак администрации, правый знак администрации. И вариантов объебаться просто очень много. Может, я что-то не вижу. Может быть... Сука. Да нет, этот знак так и есть. Знаки на самом деле правильно вроде бы набираем. Может, давайте с Б попробуем. То есть Z. И как сбрасывать? Как вот она, блядь, сбрасывается? Хуй её знает. Да, загадочки. Загадочки. Блять, вот, кстати, объебало у нас. Вот этот знак неправильно. Тут нижняя часть по-другому сделана. Знак администрации. Хорошо, хорошо. Вот, маленько посмотрели. Давайте заново. Так. Дерево. Так. Знак администрации. Вот этот. Деревья. Z и правый блок B. Z и вот это. Нихера подобного. Нихера подобного, сказали они. А! Блять, и этот неправильный. Да что ж ты будешь делать-то? Сейчас не... Вот этот, оказывается, они разные. Они по-разному выглядят. Все правильно. Вот этот знак администрации неправильный. Хорошо. Z. Дерево. Вот где, блядь, вот это ебало. И вот это. Потом. Ой, блядь, что-то не то сделал, что ли? Стоять. Улитка. Дерево. Потом. Это. Это. Потом. Это. И вот это. Ну, блядь, ну почему? Все же верно. Все же верно, твою ж мать. Еще где-то объеб... В чем разница? Вот эти вот... А, в длине. В длине. Здесь коротенькие. Ох, бляха. Так, раз, два, три, раз, два, три. Палка посередине. Все правильно. Хотя есть варик, кстати. Нет, варика нету. Это тоже правильно. Вот она. Вот это правильно. Давайте с блока Б начнем. Правый знак блока Б. А вот тоже, блядь, правого знака блока Б. Ладно, хрен с ним. Правый знак блока Б. Левый знак блока Б. Где? Вот. Левый знак блока Б. Правый знак администрации. И левый знак администрации. Правый знак блока А. Так, что там, дерево? Да. Дерево и вот это. Блять, это пизда, это взрыв мозга просто, блять. Может, что-то не хватает? А что тут не хватать-то?
все хватает. Может, что-то я туплю, блять. Ну. Ох, бля, тут что у нас есть? Тут что-то тоже есть. Может, другое что-то попробовать решить. А больше нечего решить-то. Только это ебань. Только здесь что-то. А что там? Хуя знает. У нас все зависло на одной загадке. Вот на этой. Если бы мы ее решили, то сразу бы, я думаю, продвинулись, да. Или может последовательность-то, блядь, вот это вот прямо и надо? Ну давайте попробуем. Допустим, раз. Допустим, два. Потом Z и вот эта ебань. Потом левый знак блока А, правый знак блока А. Да тоже нихера. Ну тоже, блядь, нихера подобного. Ну что-то еще я тут не доглядел. Да это вроде все правильно. Улитка, блядь, правильно. Правильно ведь? А, еще... Нет, подожди, блядь. Она... Вот! Нет, нихера, блядь, не вот. Может быть, вот это тогда? Тут завиток-то он. Сколько? Раз, два, ну, 2,5 витка. Может быть, вот это? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Да, похоже, что тут побольше витков-то. Ладно. Заново. Что там написано-то? Последовательно. Последовательно. Хорошо, последовательно. Улитка. Раз. Блять, застрелите меня нахуй. Она загорелась. Дерево. Два. Я не буду ничего вырезать. Сами вы прекрасно видели. Знак администрации. Раз. Два. Левый блок. Эта хуйня. И эта хуйня. Ёб твою мать, решил, сука. Я с улиткой объебался. Я объеб... Там лестница? Я наебался с одной сраной улиткой. Виток, блядь, чуть побольше там был. Что, мне туда идти надо? Виток. Мать твою, один единственный виток. Темно, между прочим. А, у нас есть прибор. Библиотека... Так, библиотека, скрытая под библиотекой? Почему? Я не знаю, блядь, почему. Прибор есть. Туда можно пройти. Чтобы как следует осмотреться, нужен свет. Только надо включить его где-то. Где-то включаться должен свет. Пойдемте дальше. Коляска. Колба. Пока руки заняты, не могу ничего сделать. Так пока руки заняты, не могу ничего сделать. Что-то же надо делать. Как-то свет включить. А где, блин, выключатель-то? Но батарейка, я думаю, у нас не сядет. Пока тут... Блядь, серию придется побольше сделать. Вот что-то горит. Чтобы как следует осмотреться, мне нужен свет. Много потеряли. Бля, минут 10 точно потеряли времени. Там дверь. И налево могу идти. Так, ладно. Какие-то книжонки. Здесь нет ничего, по сути. Интересно. Может быть, назад пройти? Вот в ту дверку как раз. Ну-ка, давай назад. Дуй. Свет! Есть! Лаборатория какая-то, что ли? Я думаю, это жидкость для проявки фотографий. Проявитель.
Так, нет питания, панель не работает. Что-то тут есть у компа. Блять, сюда дискету надо засовывать. А, сначала включить, наверное, надо его. Джек изменился. Сначала я думал, это из-за их ссор с Элизабет, но потом понял, что дело в ночных сменах. Вчера я слышал, как Джек говорил с кем-то. Я думал, это Кристиан. Но я видел Кристиана на камере 4, а вокруг больше никого не было. Сегодня мы с Джеком поругались. Он сорвался, кричал на меня, говорил больше никогда не спрашивать об этом. Сказал, что на кону стоит наша дружба. Какого? Я тоже слышу ее. Я понимаю, почему Джек не хочет говорить об этом. Джек переменился не за одну ночь. Что-то происходило с ним на протяжении какого-то времени. Достаточно долго, чтобы Алекс заметил. Теперь я знаю, что и Алекс, и Джек слышали ее. Интересно, слышал ли ее кто-то еще? Комп, включай. Еще что-то, блядь. Современная живопись. Химия, органическая химия, том 7, 66 год. Это, кстати, это самое. 7, латино-английский словарь, том 8, 75 год. Иллюстрированная ботаника. Химия, том 8, 47 год. Библиотечная карта. Неужели чувашу нужны были все эти книги для работы психолога? Ну или же у него было слишком много свободного времени? Я, кстати, так и не понял, нахуй. 7, 8, 8. Может, там надо набрать. Том 7, 8. 8. Пока непонятно. Пока непонятно, что с компом. Тут нет питания, судя по всему. Комп не включится. Компьютер вроде подключен к сети, но по-прежнему не включается. Ага. По-прежнему не включается. Может быть... А мы сюда можем куда-то? А, это уже обратно, что ли? А, это что за дверь тогда? Пароль. И бумажка. Че это, блядь? Что это? Похоже на карту этого подземелья. Я думаю, что отмечено крестиком. Что до линии над картой? Без идей. Код? Штрих-код? Фу, блядь, ты что меня спрашиваешь? Я не знаю. Дверцы закрыты, и я не вижу, как они открываются. Может, это какая-то мера предосторожности? Может быть. Может быть. А у нас тут свет-то есть? Свет есть теперь. В библиотеке появился свет. Но тут, наверное, не библиотека. Тут какие-нибудь дела, истории болезни. Чего-нибудь в этом духе. Но показывается, что что-то есть вот именно в этом коридоре. Коляска. А действий нет никаких. Ты подумай, а? Где я хоть? А, вот я. Давайте сюда сходим. Ну, тут, наверное, какую-то историю болезни надо найти, или чего, или какую-то папку. Вот что-то лежит. Дорогой Кристофер, до меня дошли сведения, что ты рассылаешь запросы по соседним больницам, пытаясь найти записи о Троице. За моей спиной! Я говорил, ты не найдешь никакой информации о них, потому сама судьба их привела к нам. Это была великая честь пустить тебя в наш круг. Тебе плевать? Отлично. Тогда мне плевать на твои теории. Просто продолжай работать. Сдали, и ты получишь все, о чем мы договаривались. Помни, мы теперь в одной лодке. Чем бы Лаудиус и Кристофер не были заняты, это был большой секрет. Лаудиус напуган. Что значит работать сдали? Я видел фото, где Кристофер держал ее, пока пациент один из троицы был прикован к какой-то машине. Ее заставляли смотреть. Однако. Колба. Слушайте, у нас по-прежнему столько всякой хуйни навалено. Просто, блядь, пиздец.
Очень много всего. Колышки какие-то, еще что-то. Том 7. Переключите цифры. А как я, блядь, переключу цифры-то? Подожди ты, нахуй. Ой, куда это я? Журнал. Современная живопись. Химия. 788. Тут цифр таких нету, блядь. Тут циферок-то таких нету. А я тут ничего не проеб, мне вот это интересует. Может, я что-то проебал? Может, какой-то листочек? Запись? Не знаю, там еще что-то. Ладно, хоть эту хуйню решили, блядь. Ёпта. Решили. А здесь-то вот чего? Чего тут показывает? Здесь хотели что-то посадить. Ну да, колбу посадим. Нет? Что-то посадить. Похоже, так не работает. А как, блядь, работает? Как? Как это должно работать? Клин. Ультрафиолетовая лампа. Вот тоже, нахуя она? Причем ее нашли-то уже 1000 лет назад. Ладно, давайте мы посмотрим здесь повнимательней. На какой-то из полок явно что-то должно лежать. Может быть, здесь у двери как раз? А, погоди-ка. Где там эта записка-то? Здесь? А, здесь. Это, наверное, книжка какая-нибудь показывается. Папка. То есть коридор-то... Вот же, ебаный случай. 7. Это пароль к двери. К двери к той. 7. В коридоре следующая хренотень. О, нет, я должна была догадаться, что здесь есть таймер. Придется идти включать свет снова. Что? Чё, что? Хер знает что, блядь. Таймер? Какой нахуй таймер, блядь? Включай! Сука, таймер? Откуда она? Вот здесь где-то еще книжка. Вот. Так, следующая книжка в соседнем помещении. В соседнем как крыле назвать? Куда ты вышла-то? Здесь где-то. Вот. 9. Следующее там. Вот. 4. Блять, сколько там книжек-то? Вы что, сука, охренели, что ли? 4 цифры-то. А, не, еще не во всех есть. А, понял. Так как так-то? Сейчас... По-любому кто-нибудь выскочит. То есть я две... А, блядь, ёб твою мать, нахуй! Сука! Ёбаный по башке, нахуй. Тварь, а? Вот животина, а? Ну-ка, что там написано-то? Она пробежала рядом со мной. Я чувствовала ткань ее платья, ее волосы. Это реально. Она реально. Она ждет меня в коридоре за моей спиной. Мне повернуться или идти вперед? А что, если вперед будет еще хуже? Если вы читаете это, она реально. Не тень. Не ваше воображение. Блять, видеть херово стал на последнее время. Не, в глазах расплывается все. Из-за чего? Не знаю. Погодите, где эта хрень? Журнал.
Четвертый, да? Четвертый где-то здесь у нас. Четвертая книженция. Вот. Опять туда идти. Надо монокль, может, другие взять. А где? Здесь. А, вот здесь. Вот. Двойка. Все, пароль у нас как бы есть. Это я понял, да. 7-9-4-2. 7-9-4-2. Мы даже до выключения света успели. 7-9-4-2. Отлично. А там-то чего? Ну тут, наверное, и есть фотолаборатория. Я что-то включил? Чего? Кассетка. Он сказал, что мне не спрятать вас. И что бы вы ни делали, она вас найдет. А если не сможет, она заставит вас найти ее. Он сказал, вы обречены. На утро все говорили мне, что никто не мог пробраться в мою комнату, и что это был лишь сон. Но я знаю, что я видела. Я больше так не могу. Почему все ведут себя, будто это я сумасшедшая? Я помню все слова, что он сказал. А через пару лет, когда Далия подросла, они стали обретать смысл. Кстати, Далия все-таки ее зовут, правильно? Ну, по крайней мере, маман так сказала. Я не обречена. Я выбираю собственный путь. Что это? Пусто. Рентгеновский снимок, еще один. Ну, все правильно. Лабораторные заметки, ничего понятного и полезного. Микроскоп. Если мне вдруг понадобится микроскоп, вот он. Это что? Кнопка лифта. Где-то было. Где-то была, нам нужна кнопочка. Я уж не помню, где. Результаты экспериментов. Карандаши. Пустые папки. Видимо, они только начинали. Это что за самогонный аппарат? Похож. Когда вода пройдет процесс очистки, нужно будет только повернуть краник. А, воды надо, значит, в колбу сбегать, набрать к фонтану. Думаю, сюда надо залить воду. В колбочку, все ясно. Воду в фонтане. Включается? При необходимости... А, здесь можно набрать воды. Прямо здесь. Угу. Воды набрали. Ух, я помню, у нас такая в школе была штука. Спиртовая горелка. Жига. Жига у нас есть. Что там написано? Соляная кислота. Соляная кислота. Что-то надо... спиртяшки налить? Соляная кислота-то не горит. Пары только. Чтобы что-то залить в распылитель, понадобится воронка. Ожига. Есть. Загорелась. Спиртовая горелка. Соляная кислота? Нет. Вода? Нет. О, что-то лежит. Это отверстие нужно чем-то залатать, иначе от распылителя не будет никакой пользы. Я уверяю, даже если ты его залатаешь, не будет никакой пользы. Чемодан. Или что это такое? Так, кто бы ни положил негативы в ящик для проявки, это так не работает. Вам надо добавить проявитель и фиксатор. До тех пор никто не сможет открыть ящик. В лаборатории есть проявитель. Вы можете использовать уксус как фиксатор. Если в понедельник ваши негативы еще будут в ящике, я их выброшу.
Судя по всему, негативы все еще внутри. Если я хочу их заполучить, мне нужно найти проявитель. И, по всей видимости, уксус. А уксус можно выделить из соляной кислоты. Ага. Это похоже на коробку для фотопроявки, которую я видел у дедушки. Воду. Воду пойдемте нам нальем. Как, блять? Не понял. Не понял. А может, у нас какая-то есть? Да нет, у нас ничего. Жига, кстати, исчезла. Черт, а насколько с нами времени была? Кнопка лифта. Пойдемте мы тогда сходим на лифт. У нас тут столько всего открылось. Это что? Дверь, все, мы открыли. Дверку открыли. Но тут нам включать-то нечего. Тогда вот кнопка лифта. Кнопка лифта у нас была. Здесь что-то... А, здесь надо воткнуть новую фотку. Здесь как раз еще одна уберется. Угу. Новую фотку. Назад. Тогда. Вот... А здесь ничего у нас не появилось. Так это... Не, есть, блядь, до хера всего. Ёпта. Здесь так я вот не знаю, что делать. А, лифт-то, кнопка, точно, кнопка, вот же у нас лифт. Давай-ка нажимаем. Это что? Пестицид. Компакт-диск, CD-диск. Джек, вот программа для взлома, которую ты просил. Программа для взлома, это может быть сейчас засунуть его в комп, комп и включится. Зашифрованная запись с камеры видеонаблюдения. И интересно, для начала нужно найти компьютер с CD-приводом. Все логично и просто. А пестициды нам зачем? Пестициды хер знает зачем. Здесь, кстати, что-то у нас появилось тоже, как я понимаю. Правильно? Правильно. А чего? Велосипед? Велик отремонтировать? Нет. А свет загорелся? Свет, да, свет тут и горел. Тогда чего надо сделать? Стоп. У нас же здесь есть вот эта хренотень. А что, пестицид? Блять. Конечно, нет. Я уж и забыл про эту чуть заклепка, хрень какая-то. Радикальное средство. А может быть с водой? С кислота, бляха. Где? Вот. Точно. Разъела. Перила. Перила. Очень высоко. Мне бы соорудить перекладину или мост. Тогда я могла бы пройти. Вот так не пройдем? Пройдем. Ну-ка, погнали. Да, только не упади. Сейчас кто-нибудь оттуда вылезет. Нет, прошло. Пузырь сразу вижу. У меня глаз наметан на это. Пузырь сразу. Сколько там серий-то идет? Давайте еще минут 10. До часу. Слишком мозги мы проебли. С той загадочкой. Твою мать, блядь. Это подделка. Просто рисунок. А ручку могу взять? О! Ёбаный случай. Кирпичи? Кирпичи. Нечто не было совпадением. Я должна знать наверняка. Я приготовлю этот рецепт. А какой рецепт? О чем ты? Может, там разломать? Там ничего нет, только темнота. Посветить? Странно. Но тут больше ничего нет, на самом деле.
саду что-то у нас еще есть. И здесь что-то... А, здесь с башкой. И здесь дохрена еще чего есть. Так, я думаю, это проявитель вина. А, вино, 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 уксус сделать можно. Из вина уксус можно сделать, черт побери. Куда я вышел? Сюда мне надо. Может, подогреть его? Нет? А, вот может в эту хрень вино залить? Да как, блядь, так-то? Надо заливать воду. Когда вода пройдет процесс очистки, нужно будет только повернуть краник. Вода. Может, пестицид? Налить воды-то? Нет? Нет. Вино? Тоже нет. Что-то лежит. Снова она. До этого момента я думал, что это действительно Далия. Может, она была сумасшедшей, может, она пережила пожар и сбежала в леса. Напуганная, она пряталась, а потом стала искать меня. А потом все это случилось. Просто совпадение. Может, я просто принимала желаемое за действительное? Ведь если она не Далия, то кто она? А теперь я понимаю, что она не может быть Далией. То, что я видела, это не моя сестра. Это вообще не человек. Но что я видела? Могу ли я верить тому, что вижу? Я сошла с ума. Или я просто прозрела? А если я свихнулась? Ну, настолько, что мне еще... настолько, что мне еще остается? Я должна узнать правду. Я должна найти ее. Это что за кнопулька? Ничего. Чем же, блядь, нам дыру-то заклеить? Тут нет ни хрена. Огонек горит. Ну, колба-то, блядь, ну все же логично. Похоже, так не работает. При необходимости что-то нагреть. Идем сюда. Может, в комп попробовать засунуть сидишку? Может, включится? Блядь, не хочет. О, заработал. Глянь-ка. Почему привод-то, блядь? Может, это для дискеты только? О, сидишь, блять. CD-привод. В те времена это была редкая и довольно дорогая игрушка. Сидишка. Есть и чего? Что-то там появилось у нас? Фильма. Пожалуйста, введите пароль. Прекрасно, блять. А пароля-то у нас и нет. Прекрасно. Набор починки велосипеда. Пароль, блядь. Что за пароль-то? У нас тут до хера что появилось. Слушайте, тут что-то, блядь, можно сделать. А чего? Я не понимаю, что чего сделать. Или что, как обычно, затупил. Воды налили, вино добыли. Пестицид. Может, пестицид туда засыпать? Тоже нет. Наполненная колба. Может, воды еще херануть в нее? Или вылить? Нет. Эмблема медицины. Набор починки велосипеда. Картридж для принтера. У нас в этом компе есть принтер? Интересно мне знать. Тут нету принтера. Стоять. А может тут сейчас будет крутить? Да. Похоже, эта вентиляция не работает. Как не работает? Почему? Вытяжка. А почему не работает? Что-то надо вытягивать? О! Двери открылись. Кто ты? Проявитель. Проявитель есть. На вентиляционной решетке что-то лежит. Ее не снять. А вот подобную резьбу винтов я уже где-то видела. В телевизоре, блядь. Ну-ка, отвертка. Воронка. Не вижу здесь ничего полезного. Это хорошо. Не хотелось бы копаться в очередной куче битого стекла.
Ладно, есть винчишка, есть воронка. Но вот эту хрень нам не открыть пока, как я понимаю. Ладно, давайте пойдем тогда туда. Обратно. Куда, блядь, я вышел? Да куда ты, сука, пошел-то, а? Вот же у нас здесь все. Воронка. Воронку засовываем сюда. Засунули. Проявитель. Может, налить туда воды? Пестицидов? Винчишко насыпать? Проявитель. Ну, проявитель-то точно нет. Проявитель точно нет. Налить сюда проявитель? Есть. Налили проявитель. Что если... Отверстие для заливки... Воды сюда надо херануть? Нет. Проявитель-закрепитель. Для закрепителя нужен уксус. Пестициды хуйнуть. Если открыть коробку сейчас, фотографии испортятся. Ну там понятно, это третье. Ой, четвертый этот будет. Четвертый рентгеновский снимок. Но дело-то в другом. Что-то еще тут надо делать. А чего, блядь? Микроскоп? Пусто. Что мне там под ним смотреть-то, под этим микроскопом? Тут на самом деле как бы ничего больше нет. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. И здесь чего-то есть. А что, блядь, за пароль? Какой пароль-то? 5 звездочек, ну. Пароль. Пароль. Нету пароля. Там уже есть диск, там уже есть дискет. У нас все уже есть. Пароля нету. А, кстати, эта хрень-то, по-моему... Что-то она как-то и не действует. Может, она не открывается? Стекло. Сошвырнуть стекло? Нет, тоже не катит. Решетка тоже не берется. Блять, как же мне нагреть-то всю эту хренотень-то, блядь? Да куда ты, блядь, опять шел? Как мне уксус-то выделить? В самогонный аппарат не хочет заливаться. Залить воду. Ну вот, вот, вот. Блять, ну я же нажимал. Ну что за хуйня? Я не понимаю просто, как это работает. Залили воду. Нажимаем кнопочку. Давление пошел. Краник открыл. Что-то получил. Вода дистиллированная. Господи, блять. Вода дистиллированная. Господи, называй, наверное, сюда надо. Нет. Тогда сюда. Другого варианта нету. Воткнули. Какой там следующий ингредиент? Вино. А какой там следующий ингредиент? Я откуда знаю, блядь. Набор для починки велосипеда? По сути, в этом наборе должен быть клей. Какой-то. Блять, ёбаный случай, точно. Заплатка. Нихера ж себе. Сюда лучше не выливать пестицид. Почему? А мы выльем. Опрыскиватель с ядом. Кого-то надо опрыснуть. Какой там следующий ингредиент? Спиртовая горелка. Опрыскиватель с ядом. Это интересно. А кого? Нам надо опрыснуть. Здесь ни хрена. Может быть, картины? Здесь хотели что-то посадить. Не катит.
по-прежнему. Что тут заебало? Ну-ка, секунду, если я поменяю. Опять же. Пароля нет. Пароля нет, где взять, хер знает. Опрыскиватель с ядом. А где же? В саду что-то можно опрыскать. И здесь тоже уже что-то можно делать. А чего? Кусты? Побрызгать кусты? На лице что-то не хватает. Нет, на кустах тут нет никаких действий на самом деле. Да мы и не особо разгадали. Что вообще тут надо? Я думаю, маску какую-то найти. Не могу сорвать эту лозу голыми руками. Может, нужны более радикальные меры, как обычно? Вот, нахуй. Не? Тогда пойдемте вот сюда. Вот сюда. Что у нас тут есть? У нас тут семена. Семена. А почему мне раньше эта книжка не открывалась? Даже... Что? Айлекс Чудедам, блядь, известный так же, как цветок Холли? Или под дуб здесь? Под дуб здесь. Но как мне понять, который из мешочков мне нужен? Я совершенно не разбираюсь в ботанике. Библиотечная карта. Неужели чувашу нужны были все эти книги для работы психолога? Ну или же у него были слишком много свободного времени? Как это связано? Иллюстрированная ботаника. Что это такое? Так. Так. И гладиолус. Где тут был? Вот. Гладиолус. А что, мне надо что-то поменять? Найдите каждому растению его ячейку, ориентируясь на ботанический справочник. Ёбаный рот. А как мне перевернуть-то ее? Гладиолус? Ну, гладиолус. Это гладиолус? Хуй её знает. Ну, гладиолус-то я видел. Знаю, как выглядит. То есть один мешочек. Один мешочек нам какой-то надо будет забрать. Дельфиниум мизолиум. Синенький цветок. Дельфиниум мизолиум. Аноме. Так. Ну-ка, съебалась нахуй отсюда. Вот он. Так. Поменяли. Дельфиниум мизолиум выглядит, по-моему... Может быть, вот это? А гладиолус? Там дохуя их, что ли? Бегония. Блять, тут в натуре сейчас ботаником станешь. Но... Вот это вроде бы правильно лежит. Сколько их там? Ёбаный случай. Луном. Да вроде тоже правильно. А что нам остается? Вот это вот? Бегония. Это бегония? Ну вот это явно не гладиол. А где ж тут гладиолус-то? Это что ли, блядь? Пустой мешок? Не пустой, а без надписи. Ну-ка нахуй. Блять, да что за ебаный рот? Что за серия? Час пять уже идет. Охуенно просто. Просто охренительно. Тут больше на ландыши какие-то похожи. Феникс карнеа. Феникс карнеа. Желтенькие цветочки.
у меня в садочке. Бляха. Ладно, давайте на сегодня закончим тогда эту, блядь, ебань с цветами. Сейчас я выйду. И продолжим в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.